Итак, снова всем привет, мои дорогие пользователи, подписчики и кто-то еще. Это уже третий выпуск на данную тематику, но он будет немного отличаться от других. А знаете, я так подумал, что вам уже, наверное, надоел третий выпуск, который я озвучиваю. Но мало кто рассказывает вам о выходе Mi Band 3 и остальных новостей Xiaomi. Поэтому я могу себе это позволить. Итак, поехали. Руководство компании подтвердило презентацию Xiaomi Mi Band 3, которая пройдет 31 мая. По данным от основателя китайской корпорации, в ходе этого мероприятия публике также покажут сразу два новых флагмана – Mi 7 и Mi 8 Anniversary Edition, а также спортивный браслет. Что касается Mi 8, я вам более подробно о нем расскажу. Он получит встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти, а также другие особенности. Знаете, давайте немного подумаем. Что касается Mi 8, то тут складывается такое впечатление, что компания Xiaomi играет на человеческих амбициях. И это так. Для них это очень выгодно. Потому что если встретим, допустим, вы встречаете пользователя Xiaomi и пользователя с iPhone, да, iPhone понимает, что чем больше ОЗУ, тем больше расходуется батарея. И нынешнему поколению смартфонов пользователям больше 3, ну максимум 4 гигабайт ОЗУ совсем не нужно. Но Xiaomi бьет на человеческие амбиции. Вот кто-то скажет, сколько у тебя ОЗУ? Ну, ты скажешь, ну у меня 3 гигабайта. Да, 3 гигабайта, это ни о чем. Сегодня это ни о чем, понимаешь? Вот у меня Xiaomi, флагман, 8 гигабайт ОЗУ. Ну, умный человек посмотрит на этого человечка, развернется и пойдет себе дальше. Поэтому вот сейчас производители играют на человеческих амбициях. То есть, чем больше цифр, тем лучше. Но умный пользователь понимает, что это совсем не так. Что касается презентации 31 мая. Как удалось выяснить, спортивный браслет Xiaomi Mi Band 3 раздадут бесплатно. Но, конечно же, не всем желающим. В соцсети Weibo появилась информация о том, что всем посетителям презентации двух новинок бесплатно раздадут не только смартфоны Mi 8, как стало известно ранее, но еще и спортивный браслет Xiaomi Mi Band 3. Более того, если тираж мобильных устройств для бесплатной раздачи ограничен всего лишь 100 экземплярами, то в случае со смарт-трекером все иначе. Его навсегда подарят каждому, кто придет на презентацию. Представляете, какое это, ну, невероятное событие. Впрочем, попасть на данное мероприятие, конечно же, как вы уже понимаете, проходящее в Китае, смогут далеко не все желающие, а лишь те, кого туда пригласили. Недавно меня пригласили на презентацию Redmi 5 Xiaomi, но, к сожалению, они сделали это за 2 дня, и у меня не получилось приехать. Кого же туда пригласили? Это представители обычно крупных и профильных СМИ, а также сотрудники прессы. Ходит слух, что несколько десятков билетов на грядущую выставку разыграли среди самых преданных фанатов бренда, чтобы они могли в числе первых увидеть, опробовать и, возможно, бесплатно получить одну или сразу две новинки в свои руки. Такие новости по поводу Xiaomi были сегодня на нашем канале. Кому интересно, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, вам не сложно, мне приятно. И самое главное, техника техникой, но здоровье важнее всего. Всем спасибо за просмотр, па-па.